I set my sail, fly the wind, it will take me back to my home, sweet home. Всем ни бага ни лага, зрители и подписчики канала Дрожа, с вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в игрушку под названием Бастион. Напомню, в прошлой серии мы уничтожили своего первого босса. Да, и какой-то голос за кадром все время нам рассказывает, что же было на самом деле. Мне безумно нравится, как здесь строится мир. Это так красиво, это даже можно морально как-нибудь... О! Вот кто, вот кто нам все это рассказывал. Можно даже, знаете, как-то мораль проделать такую, что все, что мы делаем, все строится буквально на шаг вперед. То есть мы решаем, какая у нас судьба, будем сами. We talk for spell. Ага, мы будем разговаривать о силе. Давай про ядро. А еще что ты мне расскажешь? Городской знак. Ясно, значит, у нас городской знак некий, да? Больше... Да, лучше промолчать. Больше нам сказать нечего. И это есть город? Монумент. В этом городе как-то немножко пустовато. Не находишь ли ты, старичок? Just like that. The bastion comes alive. Бастион оживет. Да. Grown again. Grown stronger. Станет сильнее. Kids gotta put its power to good use. Now the bastion can send them even farther into the wild unknown. Вау. Нам, короче, надо возобновить в городе силу, да? Я так понимаю, нужно начинать с чего-то. Нужно начинать с малого. Винокурню или арсенал? Давай арсенал. Ты знаешь, мне понравилось, но только я возьму, наверное, вихрь все-таки. Зеркальный щит? Ага, нет, ну нет, вихрь мне как-то больше нравится, я этим не пользовался почти. Все, пока я ничего активировать не могу больше, да? То есть мне... Небесный путь. И карта здесь классная, обалденная. Слушайте, вообще, да? Просто чешуяненькая. Это значит, где мы были, да? Это где мы сейчас, или куда нам надо? Это... Почему даже не пишется, что куда? А, вот, казармы сокрушителей. Бастион, это то, где мы сейчас. И ручной квартал. Рабочий квартал, рабочий, господи. А это там, где мы были, на пристани, да? Ясно, ну давайте. Казармы сокрушителей. Или нет, рабочий квартал. Ну вряд ли нас встретят там просто рабочие. Там наверняка будет что-то посерьезней. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Ляп. Не, мне это прикалывает, как он... Как он все время приземляется. Но куда? Несколько улиц, но куда же нам на самом деле? Посмотрим, куда это нас приведет. Слушайте, они от меня убегают. Меч? Да, он быстр. Слушайте, мне нравится даже. Самое интересное, эти штуки, вот эти зелено-черные, они от нас убегают, а взамен им появляются другие. Say even the most rambunctious squirts can be tame. Squirts don't make the best of friends. Ага. Be useful in a pinch. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Значит, мы можем призывать эти некие брызги. Ну, довольно вообще удобно.
Так, все, вот этот вот еще ящичек. Он меня любит, этот брызг. Единственное, что он там и останется, походу, да? Со спины нападать некультурно. Так, окей, у нас есть еще пути какие-то. Я не могу попить почему-то. А, я подожди, я полечился и так. Ну ладно, пойдем вниз. Окей. And there he is, the oldest scumbag of them all, Гершел. The calamity ain't done much for Гершел's sunny disposition. Так, тебе пора умирать, тебе не кажется так, а? Да сколько ж тебя там? Слушайте, а эти капли офигенные. Смотри, он отвлек от меня всех их. И сам их убил почти. Эти капли нечто. Я вам кричу. Не, на самом деле они очень хорошие, отвлекающий момент делают. Не, меч, а мечик такой неплохой, я хочу вам сказать. Тоже. Просто, скорее всего, здесь наверняка будет сделано так, что в определенных локациях вам нужно определенное оружие. Но я, честно говоря, даже без понятия. No core, no surprise. Like неудивительно. Я думал, я мечу. А, его можно кидать. И оно у меня снова, да? Так, возьмем целебные. Ну что ж, пойдем в каменный рабочий район. Где раньше жил бригада Гасфилл. О, тут плохо. Вот это плохо. Эти штуки очень сильно хорошо отвлекают. Так, замечательно. Капли, вы нечто. Я вам просто кричу. Что в ускользающем мире капль нас спасал, да? Что здесь? Так, почему я не могу это уничтожить? Капюшон? Капюшон? Интересно. Какая-то большая арена. Надежно заперта, да? Ну, показывайтесь, враги. Воу-воу-воу. Так, а я пока тихонечко их поубиваю. Так, ядро я забрал. Grown, well да, я и собираюсь проверять особенно все остальные. Ну, нам осталось всего лишь один уголок проверить, где мы не были, да? Это, конечно же, так рассчитано, что вдруг я изначально сюда пойду. Воу, воу, тут что-то как будто падает. Как будто что-то падает. Так, мне предлагают уйти отсюда, но это что? Что-то острое. Я поднял что-то острое. Where windbags used to keep the local forge. They ain't pleased. No coal or alloy left. Тут как будто все падает.
Somehow that old forge is still standing. Нету баночек. Так, хорошо. Полечимся. Воу-воу-воу. Фига себе, ты тут бомбишь всех. Это что такое? Ага, наковальня, нифига себе. Фига себе, наковальнишка. Это какая-то кузница, точно. Inside the forge, Kay can fine-tune those instruments of his. Улучшить свое оружие. Это улучшить молоток, это улучшить... я хочу сделать вот это. Выберите улучшение. Выбрать, значит, улучшение. Заточенный край. А чё кубик? Этот кубик нарисован странно очень. Сколько у меня? Ага, вот на что это тратится, да? Врага раньше не заживает. А вот интересно, что дальше, как бы, вот честно. Шанс критического удара 20%, а тут просто. Атаки количат врага. Ну, может на крит? Может на крит? Нет, давайте вот я пойду неразумным путем, да. Я возьму это. Ага, тут можно дважды, да, и то взять. Это, а, это уже нельзя взять. Ясно. Окей. Уходим. Я почему-то не могу это взять, да? Ладненько, давайте тогда кроме меча еще... А, у нас вот этих штучек не хватает. Да-да-да-да. Можем усилить тетиву. Ну, одним выстрелом пробивания это не так скоростное... Вот, вот это я хочу. Скорость натяжения, это очень надо. Да. Можно молот улучшить еще. 50 дамага. Крит. Нет, 50 дамага. Но я не буду практически бегать, скорее всего, с молотом. Ну, хотя посмотрим. Я просто... Раз я уже здесь, я улучшил как на все. Окей, тогда уходим отсюда. Здесь нам больше, наверное, делать нечего. Хотя, смотрите, тут какая-то... Мы кого-то нашли, какого... Блин, то что-то тут это... Эта местность, походу, скоро упадет. Жаль, мы тебя нашли. Слушай, я тебя разрублю. Я не знаю, зачем. Ну... Ты очень... У тебя пинжак классный. Never much cared for that big wide grin of his. Никогда не нравился парню. Да, тетиву стали вроде быстрее на это. Хорошо. Да, блин, спуститься не могу. Собираем. Ну все, улетаем отсюда. Это нам не надо, улетаем. Небесный путь. Мне прикалывает, как вот эта шестеренка у него сзади, как он прыгает. И сейчас упадет. Ляп. Блин, прям на лестницу. Прям на лесенку упал. Ну здравствуй, незнакомец. Зазорный копьёк. Значит, нечего сказать тогда больше. Окей. Давайте тогда в еще одной локации побываем в этой серии. Так, а, я что-то не улучшил, да? Или нет? Я что-то не могу понять вот это. А, надо... Да. Да, нам нужно сделать еще один... Еще одно здание. Кузню. Ну, давайте кузню сделаем. Нам предлагают кузню, мы ее и сделаем. Да, потому что я думаю, по миру мы будем собирать. Все-таки, как ни крути. Так, здесь мы побывали, да? Ну что ж, А, опять рабочий квартал. А, не, вот-вот-вот. Казармы сокрушителей. Павильонный котел и... Закатный путь. Окей, давайте казармы сокрушителей. Пойдем туда. Там интересно. Тут с луком. Нам показан лук. Возможно, в нас все время будут пулять луком. Посмотрим. В этой серии еще отправимся туда. Две локации по серии, я думаю, будет нормально. Ага. Это игра такая, да?
Ляп. Уничтожьте цель, окей. He's focused. He's armed. And he's off. Так, ага. Тут можно, кстати, так сделать, что уничтожить много подряд. Вот, допустим, я могу, наверное, 4 подряд уничтожить. Если стану ровно. А вот чё я сейчас не это? Что за... Как мне переиграть? Перезапуск, да, подтвердить. Да-да-да, я в курсе. Апгрейды, короче, это, да? Я понял. Так, ну окей. Тогда надо как-то хотя бы... Вот так вот, наверное, стать. Вот, тут же ж видно, да? Вот так. 3 подряд. Takes practice, and a mighty strong bow helps too. Ага, только 3 ты у нас задеваешь, да, получается? Так, ну вот так тогда. Мощный выстрел. Блин, как бы так сделать, чтобы 3 все задевать? Вот так, наверное. Вот чего оно 2 всего задевает сейчас? Так, тут никак, да? Ну, тут еще получается 4 выстрела. Блин, он сдвинулся. Это фигово. Ну и все, последний. 2 мне, да? Перед уходом заберите свой приз. Ну, хорошо, что-то жилистое и... Что-то изысканное, и нам одну не досталось. К сожалению, но здесь можно типа пофармить, наверное, да? Что-то типа вкусненькое, халявненькое. Это прикольно, слушайте, это здорово. He returns with some of the materials we need. Опять мы упали. Пошлите в кузню, пойдем посмотрим, что мы можем сделать. Что-то изысканное нам не пашет, а вот лук мы можем сделать. Усиление тетивы. Плюс 2 цели пробивает одним выстрелом. Вот, вот с этим мы, кстати, пробьем... А, мы не можем. Ага! Во как! То есть по одной ветке только пошел, значит, то и бери. Это хорошо. Это даже к лучшему. Это даже к лучшему. Тогда давайте побываем в еще одной локации. Вот. В еще одной локации. Это мы отправимся, наверное, в Закатный путь. Или... Так, тут больше... Слушайте, тут большая карта. Плавильный котел. Давайте в плавильный котел полетим. Пройдем еще одну локацию. И узнаем, интересно даже, что там дальше будет, честно говоря. Интересно так все, бля. Окей. То есть мальчик воссоздает... Ага, колючки. Воссоздает, грубо говоря, город, бастион обратно, да? Так, тут колючки, значит, аккуратненько. Что за мерзкое? Что-то очень мерзкое. Ага, то есть это можно даже разбивать. Хи, эй, какого? Как он только что вообще упал? Я даже не успел дойти, а он уже упал. Так. He cuts down every stab weed like there's gonna be a prize for it. If there's a core, he figures it ought to be deeper down. Так, арена какая-то, да? Core stuck inside one of those fancy cages. Стопудово какая-то арена. О, халява. Стопудово какая-то арена. Ну ладно, понеслась.
сейчас вот эти коробки уничтожу, из них обычно какая-то фигня. Переключить. Подожди, я хочу все поуничтожать. Так, хорошо. Халк крушить. Мина-ловушка, значит, да? Я надеюсь, не для меня она. Ну, вряд ли она для меня. Я бы ее, наверное, тогда не видел. Так, вроде бы все уничтожили. Я не знаю, вот эти колючки стоит ли оставлять. На них же тоже другие накалываться будут. Так что, может, стоит ее оставить вообще? Some of the stuff lying around is downright dangerous. Ну, давайте ее здесь поставим. Попытаемся заманить на мину ловушку кого-нибудь. He throws a switch. Now what could possibly go wrong? Что-то не так. Сейчас нам объяснят, что именно. Quite a bit, as it turns out. И не этого я ожидал. Уж не такого я точно ожидал. А чё он не взрывается? Not every squirt's born bad. Some spring to the kid's defense. Ouch. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. Так, тихо. Тихо, ребята. Живем дружно. Живем очень дружно. Scumbags don't take kindly to me. А, еще эти хрени. Что происходит? Even some gas fellas take his corner. Birdie popped that mean old foreman. At this rate, maybe five more minutes, maybe 30. Ой, так они за нас, слушайте. Капец, сколько же вас тут. Так, пьем. Whoa. Then a ship and a free sample shows up. One thing's for sure, that cage is off. What the fuck? Что происходит? Ужас. Ouch. Finally, the core's within reach. And done. Done? Я не вижу, где done. А, типа вот такой, да? Уходим. Уходим. Не дает мне уйти, то есть мне осталось добить вот этих только, да? Так, бомбочка рванула. Да подохни ты уже! Они растут, если их не уничтожать. Да умри ты, есть!
слава яйцам. Так, это куда? Все, улетать отсюда, что ли? Ну, полетели, вроде все забрали. Это была засада. Это была засада, подлая засада, так нечестно. Я один, а их вон сколько. Не, хотя мне помогали, да. Мне помогали и капельки, и призванные. Тогда он вернулся. Он такой, что я забыла? Куда ты меня отправил? Сволочь! Folks voyaged across the boundless sea to found Ceylandia. It was good living here for a while. Итак, мы открываем новое, да? But the new world's just getting started. Так, и что это мы делаем? А, винокурню. Ну окей. Makes time to sample spirits from my personal supply. Так, значит, ага, магическое, максимальное здоровье, магическое здоровье, господи. Магниты притягивают фрагменты, ну, чтоб не бегать. После поражения. Вот, критический урон, это очень хорошо. Прикольно, что эти сделки, они действуют как пассивка, я так понял, да? Скорости во время защиты. Слушайте, давайте к шансу критического удара. 100% шансу активируют только когда здоровье... А-а-а, видишь, какой подвох. Меньше 33. Ну, чтобы не бегать, может лучше магнитик-то взять, да? Да, лучше уж магнитик. Ничего такого, ну, нету. Ну, перемещение с 30% во время защиты. Я в основном пользуюсь перекатами, так что берем магнитик. But the benefits are worth it. Че-то у нас тут горит. Что-то мерзкое. Это мы можем... Нет, это я не хочу. Давай лучше вот сюда потрачу. Так, 50% к урону. А, то есть... Kid packs a special surprise in every one of those arrows. Ага, можно и так. Ну, давай так. Вот именно так для, знаете, для чего? Кстати, я это могу сделать. Да, это могу сделать. Более быстрая перезарядка. Turns out those old bones still have some spark in them. Так, выйти. Я хочу, знаете, что сделать? Я хочу сейчас напоследок в этой серии... Отправиться, знаете куда? Обратно вот сюда. Могу ж я обратно сюда отправиться? И выиграть последний приз. По идее, теперь с луком мы сможем сбивать именно по 4 цели. По идее. Давайте попробуем. Я хочу вот этот приз. Я не знаю, что он делает. Так, по 4 цели, значит. Я хочу... Можно мне сюда как-то зайти? Вот. Вот так вот, да? Во, хорошо, смотри, как четенько, четенько все было. Так, теперь 4 цели тут не выйдет, да? Ну, ладно, не, подожди, подожди. А, это считается выстрел, да? А-а-а! Перезагруз. Да, подтверждаю. Так, может тут как-то по-другому 4 цели можно выцепить? То есть, если стрельнуть так... Если, ну, это тяжело, мне кажется, так вот выцепить, да, все четыре. Да, оно тут, кажется, еще и полукругом идет. Видите? Оно тут чуть-чуточку. Хотя вот, ну вот, если вот так вот попробовать. Вот, хорошо. Но эти четыре цели, это нереально, мне кажется, да? Забомбенить. Ну вот я не знаю, в ту попадаю, не попадаю. Я даже не знаю, где она толком. Ну, давай вот так стрельну. Попал в ту? О, попал, фига себе. Это хорошо, давайте вот так теперь. И вот эти две. О, да тут плохо, кстати, тут заграждение. Да. Четыре выстрела. Я забираю приз и ухожу. Вкусный приз.
Что? Какое-то умение вроде бы, да? Ну, в любом случае, на этом мы закончим эту серию. Огромнейшее всем спасибо, кто посмотрел ее. Пишите комментарии, нравится ли вам это прохождение. Хотите ли вы следующую серию? Ставьте лайки, это тоже очень нам будет показательно. Не забывайте подписываться на канал, если вы впервые на нем, да? И подписываться в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. А всем удачи, до скорого и стройте свой бастион.